Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Ровно 56 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» первым в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. В честь знаменательной даты сегодня в Якутске в сквере имени Юрия Гагарина прошел митинг, где присутствующие возложили цветы к памятнику великого космонавта и еще раз рассказали о значении этого дня. Для нас, для авиаторов, это очень значимая дата. Тем более наш округ называется Гагаринским уже давно. И ту роль, которую играет космонавтика для народного хозяйства, для защиты Отечества, ну, сегодня трудно передать одним словом. Поэтому мы очень гордимся этой датой. И мы ежегодно здесь проводим небольшие митинги, когда юбилей, конечно, народу больше собирается. Мы не забываем, что у нас Юрий Гагарин первый космонавт Земли, человек, который преодолел невесомость и летал в космосе.